отношении Мукашева, Бахат Мейржановича, все правоохранительные органы города Астаны возбуждали уголовное дело. ДВД, Финпол, прокуратура. Это было, пока не вмешалась генеральная прокуратура, это было что-то. Потом это все прекращалось, но остались статьи. Но все равно господин Исаков выиграл, хотя на этом суде господин Дулигенов первым же словом говорил, вот, за это Дуламбекова наказали, хотя это был гражданский суд, уголовный суд, который к гражданскому суду никакое отношение не имеет.